воскресенье в нашем регионе сохранится сухая и жаркая погода. 24 июня в Сарове ясно, утром плюс 21, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла, ночью плюс 19. Ветер южный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно, утром плюс 22, днем столбики термометров поднимутся до плюс 31, ночью плюс 19. Ветер южный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В столице в течение дня ожидаются осадки. Утром плюс 21, днем до 24 градусов тепла, ночью плюс 15. Ветер южный 3-5 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.